постепенно. И тебя так, что там за сет появился? Я не знаю, что это за сет. Блядь, ну он задолбал мне, что это за сет там. Может, он меня чем-то мне сейчас приведет. Не знаю, не люблю переезды. Там были, ну, не переезды. Я не люблю, что у них переезды. Так что, ну что это такое? Крепко-крепко, это все, что нужно мне. Ну, блин, это плохо познакомиться с новым соседом. Еще раз по-новому все повторить между нами. Ну что, блядь, он ко мне идет. Сучара такая. Ну что, я его прибью. Ну, давай. Что тебе нужно? А у тебя там, костюмы есть? Сегодня мы только вдвоем. Что? А у тебя дома, после скажу, у тебя дома есть костюмы? Да, есть. Иди на. Они там, ты даже без спроса вошел. Они вправо, они вот там, да? Ты без спроса вошел. А можно войти? Нет, не можно. Подожди, а костюм там? Если не хочешь, чтобы я тебя врезал, то ща, то уходи. Не, я 100% бандюган, я пойду. Уходи. Чё? Шоу. Боже, ну чё это за соседи? Вот чё это за сосед? Он какой-то психанут. Не люблю каждых соседей. Хорошо, что я сохраняю этот подвал. Он не... Он, тот, кто в него заходил, может пострадать. Костюм. В смысле, кто открыл дверь? Ладно, я закрою. Я костюм. Эй! Что тебе нужно? Слышишь, сейчас тебя этим врежу. Слышь, сюда! Сегодня мы только вдвоем, между нами тает. Так, что это за костюм? Я ему один. Он не удивается. Что это? А сосед? Сосед? Что тебе нужно? Попечать. Блин, сосед. Да. Слушай, чувак, а что это такое? Это твоя моча или что? Чувак. Где? Сосед. Здесь. Что? Сюда. Подойди сюда. Подойди сюда. Что? Смотри, это твоя моча или что? Это моя кухня. Тебе сделать чай? Тихо, да, сделать. Это твоя моча или что? Какой чай? Ну, чёрт, малиновый. У меня только фруктовый. Да, малиновый. Ты дебил, я ему говорю, что у меня фруктовый, а он малиновый говорит. Давай. Сосед, я тебе сделал. Да? Что ты здесь делаешь? Ты должен быть на кухне. Укачка. Какая еще? Что ты сказал? Я ничего не говорил. Ладно, на. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лёд. Что? Пусть что стоит? Пусть сейчас. Найдёт. Чай. Мы промокнем под дождём. Пусть чай. А теперь что тебе еще нужно? Ну я все хотел. Все, я домой пойду. Пока. Промокнем под дождём. Пока, сосед. Сегодня мы только в... Хорошо, что ты ушел. Так, двери на замок. Мы промокнем под дождём. И сегодня мы только вдвоём. Боже, как эти соседи задолбали! Задолбали! Сейчас посмотрю, или он ко мне не идет. Третьим. Боже, ну что это такое? Блин. Вот что это такое? Это какое-то позорище! 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 Что это за наше позорище? Я его как-то прибью. Так, залезу. Так, здесь. Так. Ты нашла злого Юру.
100% бандюга. Все у него здесь. Деньги, золото, автоматы, пистолеты. Это же... Ты что? Ты видишь что там? Эй, иди сюда. Так дверь на замок, станцию на замок поставим двери. Дверь на замке, нет, не открою. Открывай, иначе я тебя зарежу сейчас. Я не открою. Что? Я не открою. Открой, иначе я врежу тебе. Нет, я не открою. Ладно, я сейчас ломаю замок, я умею. Так все, его невозможно сломать. Возможно. Как ты вошел? Потому что я умею ломать. Так замок, все, он не может. Так, ограждение. Пойду-ка я его замок взломаю, там, да там камни поставлю. Дерево и замок. Так. Что? Так, камни, дерево, замок взламываем, все. И там тут камни, дерево и замок. Эй, ты че в мой дом забился? Теперь усаживайся поудобнее, сейчас мы с тобой разберемся. Давай, сейчас убью тебя. Убью! Все, я тебя убил, наконец-то. Наконец-то я тебя убил. Убил! И теперь мне никто не будет мешать. Да. Бам!